Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на серии Black Dragon. И, в принципе, как я говорил, в прошлом эпизоде мы купили один мастербол. Мы обменяли все наши стаки семян пшеницы и золотые самородки на бронзовые коины. Потом поменял на серебряные коины. Серебряных коинов поменяли на золотые коины. Купили еще один мастербол. Первый мастербол, я говорю, я выбил зеленого покемона босса, да. Сейчас, как я говорил, в этом эпизоде я куплю себе какого-то окаменелого покемона. Это, конечно, чуть-чуть читерски, ну, в принципе, если тут есть такой магазин, почему бы не купить Кабуту, то бишь Кабутопс у нас уже как бы есть, ну, можно сказать так, не тут, но, в принципе, я уже знаю, что это за покемон. Анорит, я тоже знаю, что за покемон. Арчин, я тоже знаю, что за покемон. Аэродактиль, прикольный покемон, у него вот только вот это, наверное, одна эволюция, как я знаю. Тиртога или как Кранидос, Оманют, Кабуту. А, это не вот это, да? Значит, только вот этих можно купить. Этих нельзя. Это как бы ты сюда вот это ставишь и получаешь вот это. Или нет? Пофиг, короче. Тиртога, я хрен, значит, давайте я сначала поставлю на паузу, посмотрю, что это за покемоны. Итак, дорогие друзья, опять такая же хрень произошла, как пару серий назад, что я опять нажал на запись, но что-то сбилась запись и что-то перестала записывать. Ну, в принципе, я говорил, я посмотрел в интернете покемонов, которые можно как бы выбрать. Я выбрал все-таки Тартугу. У меня был выбор выбрать или Тартугу, или выбрать Рампарда, что-то он как-то так называется. Я выбрал Тартугу, потому что Рампард — это у нас вроде каменный покемон или какой, ну, что-то рок, атаки рок, но это вроде, думаю, каменный или земляной. И поэтому у нас есть голем, даже шайни, поэтому я не вижу смысла. А Тиртога, вот и мне конченый, давай просто будет Тартуга, мне как-то так проще называть. Поэтому она водяная, поэтому она более нам нужна, так как вы заметили, почти что все покемоны-боссы, которые спавнятся, они спавнятся в шахтах. То бишь, покемоны-боссы там, Джиодуды и вот эти все. То бишь, нам нужно водяного покемона против камня. И, в принципе, поэтому, да, в принципе, поэтому я выбрал Тартугу. И, как я говорил, я уже сделал себе 11 алюминия, то бишь, я пережарил еще 10 штучек, у меня было там 9 штучек. И, ну, вроде так, не помню, сколько там было. Ну, в принципе, я уже вот это сделал. Вот 11 штучек. Вроде 11, если я помню. Ну, не помню, а если посчитать. Ну, не посчитать, так, наугад. Ну, не наугад, твою мать. Если так подумать, то вроде 11 штук нужно. Ну, сейчас посмотрим. Красная пель. Так, ну, давайте сейчас. Сейчас мы, в принципе, посмотрим. Чем мне еще нужно? Мне еще нужно 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да. Вот это мы поставим сюда. Чем мне еще нужно будет? Мне нужно будет... Немножко возьму с нашего презента. Вот. Так вот. Так. Так. Так, отлично. Пойдем наберем воды. У меня одно ведро уже вроде есть. Да, вот оно. И давайте сейчас начнем делать все части. Вот одна часть. Ага. Вот, еще одна часть. Вот, еще одна часть. И вроде сейчас. И вроде вот так, да. Отлично. Сейчас бы вспомнить, как это все делается.
А, отлично, вспомнил. Вот. Не вспомнил, а угадал, можно сказать. Давайте это поставим куда-то вот сюда, в двор. А, отлично. И что? Ставим нашу тортугу. И пускай она там рожается. В принципе, давайте сейчас погуляем, если так читать сейчас. Дождь, значит, по словам, может заспавниться Забдос, да? Он спавнится, когда дождь идет и молния. Ну, я не знаю, идет молния, нету молнии. Пока что нету. Ну, может будет. Если, конечно, дождь не кончится. А ну пускай там рожается наш покемон, мы погуляем вот тут. У нас два мастербола есть, так что к неожиданностям готовы, да? Ну чё, кто-то спанится? Похоже, нет. Ну понятно, так просто не заспанится никто. О, так и знал. Уже и дождь сейчас пройдет, как я понял. Ну. Отлично. Фу, ну что там с нашим покемоном-то? Сорок 3%. Ну давай, давай, давай. Так. 52%. Ну давай, быстрее. Ну, чё, может тут кто-нибудь хочет заспавниться, нет? Ну давайте полетаем на Черизарде. Ну сразу звук дождя как-то убрался. Или он уже просто пропадает? А, нет. Это я просто высоко слетел, и тут его не слышно. А тут слышно. Ладно. Ну, вроде никто не спавнится. Никто не спавнится. Ну что, идем опять посмотрим, что там с нашим покемоном. У, сколько милтанков заспавнилось. А, что там с нашими априконами? Ну, 84%, отлично. Ух, чувствую, пару стаков априконов у нас будет. Я вот что решил, дорогие друзья. Я не буду, наверное, ловить всех покемонов. Я себе просто соберу охрененную команду. То бишь, команда с огненного покемона, да, то бишь Черизарда. Команда с водного покемона, то бишь Тортуга или потом Сквиртл, не знаю, кто будет сильнее, или Тотодайл, или еще кто-то, если Тотодайл водный. Ну, да, водный, конечно же, водный. Потом кто там еще? Психический покемон, это уже третий, да, то есть Абра или кто там, кто-то еще будет, то бишь три уже. О, молния. Заптус спамьте, твою мать. Потом кто там? Три покемона есть. Потом листвяной покемон, да, то бишь Бульбасар или Чикорита, или, в принципе, можно будет Иви трансформировать, если, конечно, найдем ее, то бишь 4, да. Потом можно или Голема, то есть каменный и земляной, или же покемона файта взять, то бишь Мачопа, да, Хитмончана, или Хитмонли, или Манки.
И... О, ни хрена себе молния ударила, подожгла даже траву там. Забдос, ты реально не имеешь желания заспавниться? Я тебя еще даже никогда не видел. Вот тут уже на сервере уже есть люди, которые словили всяких там молтресов, уже пару штук. Да я говорю, даже передо мной два раза молтрес заспавнился. Ну, охренеть, дорогие друзья, смотрите, у нас окаменелый покемон. Ну, молнии, ну, дождь, ну, спавнись, Забдус. Ну, вот, офигеть, какой тортуга, да? Черепаха. Ну да, water. Нормал. Отлично, дорогие друзья. Так, ну и какие еще покемоны там не нужны? Dark. Или, например, или, например, покемон-призрак, да, то бишь Хантер, или кто там, как его там, Гастли, да, Генгар, ну, последняя эволюция, или же еще кого-то, ну, потом посмотрим. Я, в принципе, имею вот желание собрать такую команду. То бишь не буду я ловить всех покемонов, а вот самое главное, как бы, и все типы покемонов, то бишь все стихии, можно и так сказать. Фу, ну чё, давайте хотя бы уровень прокачаем нашей тортуги. Я говорю, я буду так называть, так как каждый раз называть Тиртоуга, или как она там называется, это немножко запудрит мозги. Так, Милтан, нет, ты небольшой уровень. Ну, в принципе, потом прокачаем. Давай, дорогие друзья, на этом закончим эту серию. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если хотите играть на этом сервере, ссылка всегда в описании. Заходите, играйте. И, в принципе, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.